Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так, пока вас не было, у нас произошли улучшения. И моя деревня, ребята, была атакована. Так, ага, трупики. Значит, я все-таки был прав, ребята. Трупики — это погибшие воины. Вражеские, естественно. Так, что у нас тут имеется? А, повтор. Тут можно посмотреть повтор. Ну-ка, дай-ка я гляну, как это выглядело. Так. Я все-таки был прав, что надо было, ребята, баллисту защищать забором. Ну и еще надо прокачать, конечно же, пушку, друзья мои. Чтобы пушка бомбила божественно. Так, 25 тысяч нам нужно монет. Соответственно, мне нужно улучшать золотохранилище наше. Что я, пожалуй, и сделаю. Два часа, ребята, будет улучшаться это чертово хранилище. Так, и хотел я посмотреть... Блин, тут 25 тысяч эликсира нужно. Так, а я могу сейчас куда-нибудь выдвинуться? Кстати, деньги давай заберем в наградах. Ай, блин, у меня же фул хранилище. Что тогда мы можем сделать? Так, в магазине. Ничего нового в магазине у нас не появилось. Так, ловушечки. Ловушечки. Ну, только бомба. Друзья мои, только лишь бомба у нас. Но я что-то не особо хочу. Ну что, напасть мне, чтобы эликсирчик накопить. Давай попробуем. Так, у меня армия маленькая. Армия у меня маленькая. Мне не хватает великанов. Наверное, штучки 4. И лучниц. Сколько там тут? 20. Ну, как-то так, наверное, пока. Тысяч эликсира, тут 2000 эликсиров. Сколько будет улучшаться? 15 минут, окей. Пускай улучшается. А я сейчас, друзья мои, пойду попробую напасть. Да, я, наверное, пойду на кого-нибудь из персонажей нападу. Да, мы так сделаем. Ну что, великан готов? Готов, один есть. Так, и скоро у нас, кстати, 8-й уровень. Чё так долго делается-то этот великан? А, он полминуты делается, понятно. Слушай, ну так, с такой армией мне пока идти, я думаю, не стоит никуда. Просто от слова совсем не стоит. Так, у меня два строителя. Это 2 часа, это 15 минут будут делать, да, значит? Улучшать мне костер. У нас 55 доступных. Пока в данный момент есть 20. Ну, понятно, что этот громозека 5 единиц сразу же берет. Ну, можно было бы, конечно, сейчас попробовать, ребят, вот этой армии такой никудышной напасть. Но, мне кажется, меня там разберут. И будем делать с тобой по-хитрому. Будем вначале отправлять одного великана. А можно даже одного варвара запустить. И если вдруг там где-то бомба есть, он ее, грубо говоря, разминирует. Вот. И тем самым, как говорится, можно будет уже выпускать мне моих этих великанов. Так, смотри. Лучницы строятся. Довольно быстро делаются они. Слушай, может быть, вместо варваров... Подожди-ка, я сейчас гляну, что у нас там вместо великанов... Сейчас, секундочку. Может быть, мне лучше лучниц прокачать?
Варвары и так имеют у нас второго уровня, да? Так, нужно. А лаборатория сколько стоит на улучшение? 25 тысяч эликсира. Так, сколько у нас там заполненность? 40 есть. Еще 15 осталось единиц дождаться. И, в принципе, можно бежать. Хотя, я думаю, можно уже бежать. Ну, что я тут смотрю? Две пушки, ребята, есть. Варвара для... Так, тут все чисто. Никаких, так скажем, мин нету. Блин, я про ту лучницу, ребята. Ну почему ты, блин, бомбишь-то не туда, куда надо? Ну, блин, он все равно бомбит. А-а-а, они оббегают, они не бьют ворота, я понял. Ну, здесь победа за нами, друзья мои. Здесь победа будет однозначно за нами. Так, мы эликсирчик с тобой тырим. Ну, тут мало эликсира, друзья мои, очень мало, поэтому не очень много выгоды здесь нам. Ну, а золото, сам понимаешь, нам здесь как бы не особо нужно. Вот, в данный момент 80 голды, да, добыча моя, и 368. А, вон деньги. Ну, деньги нам не актуальны сейчас, ребят. С деньгами у нас так норма. А вот эликсир, да, эликсир нам нужен. И чем больше, тем лучше. Все равно этого недостаточно. Великолепно. 740 эликсира... нет, ребят. Это сущие копейки. Это сущие копейки. Так, у меня... Ну, я, короче, понял. Если мы с тобой армию берем, да? Вся армия, которая у нас взята, она теряется в бою. Абсолютно все армии. Пушка 16 тысяч стоит на улучшение. Было бы неплохо, если бы когда ты воюешь, ребята, время шло бы как бы в двойном или в тройном ускорении. Было бы намного лучше бы так, да? Так, а великаша готов. Один великан у нас уже есть. Там, по-моему, я двух заказал для начала. Да, два великана. Потом два варвара. И лучницы. Ну, лучницы издалека решают, ребята, на самом деле. Единственное, что если бы, блин, они стреляли куда мне надо, это было бы, конечно, великолепно. тысяч это никуда не годится. Мне вообще ни на что не хватит. Ни на какое. А исследование тоже, ребята, нужно, чтобы был работяга. Наверное, да. Тут все решается через строителей, насколько я понимаю. Так, ну вот такая приблизительная армия у меня сейчас есть. Давай-ка мы, наверное, пойдем и еще сделаем. Ох ты. Мортира, ребята, у него есть мортира. Ай-яй-яй, у меня один. Мортира сразу срабатывает, да? Да, ребят. Поэтому давай двух великанов поставим сюда, чтобы они быстро... Оу! А сфига ли эта пушка-то активировалась? Поженчил, друзья мои. Надеюсь, он успеет забомбить. По-моему, он не успеет, ребят. Есть. Так-то оно будет лучше. Давай-давай, лучницы. Бомбим вышку. Блин, там еще, видишь, там еще пушка, ребят. А, ну мы эликсирчик пока потырим, да? Если я сюда варваров откину.
Окей. Блин. Лучше бы вы пошли эликсир бомбить. Слушай, а мы эликсир с тобой все равно, ребят, натырим. Мы эликсир натырим. У нас уже 20 тысяч есть, ребят. Они, я надеюсь, вот сюда пойдут, а не куда-нибудь туда в дебри. Давай, 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 бомбите. Я смотрю, тут на него нападение было немало, судя по могилкам. Так, эликсир, эликсир. Да бог с ним, с этим золотом, мне эликсир нужен. Ну тут у него, конечно, да, ребята, оборонка. Пушка плюс лучница. Ну, моя задача, ребята, эликсира натырить у него по максималке. Ну куда ж ты, дура, пошла-то, а? Уничтожили лучницу мою здесь. Так. Ну все, ребята, фулочка, наверное, будет. Я думаю, по эликсирчику-то у нас. По времени я успею, интересно? Да, ребят, по времени успеваю. Ну, единственное, что не успеваю, ребят, получить третью звезду. А в любом случае я бы здесь не справился бы. Зато эликсира натырил. 35 тысяч. Значит, я сейчас могу улучшиться, да? И, наверное, уровень получим. Все, конец сражения. Неплохо. Как по мне, друзья мои, очень неплохо. Так, блин, 5 минут. И заполнен. Так, я сейчас посмотрю, ребята, надо. Блин, такая она ватная. Но, тем не менее, ребят. Слушай, не на... А, подожди, надо... Три часа ждать. Ты серьезно? 3 часа ждать для того... Ё-моё. Друзья мои, 3 часа надо ждать. Раз, два, три, четыре, пять... 3 часа нужно. Давай я в запас сделаю, чтобы когда нас, например, нету, чтобы они потихонечку здесь строились. Вот так вот сделаем. Но 3 часа это, конечно, борзость. Да, по-моему, вы правильно сказали. 3 часа, потом день, потом неделя, потом месяц. Мне сказали, последнее здание вот это вот строится 2 недели. Это ратуша. А что за путь вождя? Нужна ратуша 3 уровня. Подожди, так у меня же есть ратуша 3 уровня. Хм. У меня ратуша 3 уровня. А, у нас, подожди. Награды. Эликсирчик, друзья мои. А там 10 кристаллов, да, будет еще. Дальше. Блин, пойти что ли на гоблинов, ребят, разнести их в щепки по возможности. Ну, пока время есть у нас. Так, сколько у меня там армия? Глянем сейчас. 28. Давай, наверное, побольше немножко. Хотя 4 великана и лучницы. Ладно, давай глянем. Ай, там же эти гоблины, я же их... Я их, наверное, не смогу взять. Тогда давай-ка вот так вот. Что мы тут видим, друзья мои? Одна пушка, всего-то одна пушка. Пфу. Ну им хана. Где у него эликсир весь, а, ребят? Знаешь, чем-то напоминает мое построение. 2 костра.
Все равно пропадет, да? Великаны пропадут же. Поэтому давай так сделаем. Окей. Ну, эликсир у нас добывается. Уже 14 тысяч. Да, мы здесь разнесем абсолютно все. Это вопрос времени только. Жалко, здесь нет какого-то ускорения. Я не знаю, если закончить сражение, это как будет? Проигрыш? Типа я отступил? Я, кстати, сегодня на работе был, смотрел, ребята, ну, назвал Clash. Игры типа Clash. Там столько этих игр, если честно, ребят. Тьма тьмущая. Разных всяких. Так, ну они добивают гильдию и, в принципе, победа. Великолепно. Три звезды. Ну, эликсира, конечно, маловато. Маловато мы натырили. Ну, ничего страшного. Так, делаются лучницы. А я еще, ребят, на запасик сделаю. Так. Так. И вот так вот. Пятьдесят секунд осталось. Сейчас доделается, ребята, у нас армия. Ну как, увеличение лимита армии. Сколько там у нас? 55. Посмотрим, сколько прибавка дает костер к армии. Сейчас глянем. Так, лучницы есть. Варваров у меня нет почему-то. Они должны будут сделаться. Ну, давай, 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 родная. Еле-еле идешь. Ну, 3, 2, 1. О, друзья мои, мы новый уровень получили с вами. Сколько лимит? Ага, по десятке, ребята, дает. Улучшение костра идет по десятке в прибавку. Слушай, ну неплохо. 25 тысяч монет нам нужно, да? Чтобы улучшить ратушу. Тут в деньгах, я не знаю, сколько она будет, правда, улучшаться. По времени, я имею в виду. Ну что, пойдем, наверное, да? Гоблинов, наверное, будем атаковать. Блин. А что, у меня только два великана? Блин, ребят, ну это фейл. Ну, ну два великана, ну, ну о чем я думал, а? Ну, давай хотя бы так. Ой-ой-ой-ой, здесь не получилось. А если я вот здесь поставлю, она будет атаковать? Блин, она пошла золотой рудник бомбить. Да вы бежите-то, куда вы бежите-то, ну? Один выстрел, один труп. У меня еще один великан, ребята, есть. Ай, дурехи, а. Нет, друзья мои, не получилось у меня здесь. Надо больше великанов. Надо великанов 6 брать. Закончим сражение. Ну никак не 2. 6 великанов минимум, ребята, здесь нужно, чтобы, ну, чтобы хоть как-то с ними справляться.
Варвары вообще сносят все. Им пофиг. Что такое, что видят вблизи, то и атакуют. Я вот сейчас думаю мортиру, друзья мои, сделать вот так ее в забор. И, кстати, мортиру, ребята, лучше вот если мортира есть, да, чтобы ее прикрывало две пушки. Это будет вообще великолепно. Но сначала все-таки забор. Давай-ка мы глянем на наш защиту. В плане, я не понял, а че... А, подожди, а могилки эти... Ага. Чтобы убрать могилки, нужно заплатить эликсиром. И я учту. Так, защиту. Вот сюда, вот, пожалуйста, мне. Допустим, так. Так. Хорош. 2000 эликсира. Удалить дерево. Это сколько? Тоже все в эликсирах, да, значит? Удаление, очищение в эликсирах. А что-нибудь в деньгах есть? Вот, 20 тысяч. Чистота и порядок. Одна звезда, ребята. Здесь тоже берем камень. По крайней мере, хоть деньги теперь. А, я могу забрать же, да? Вот так вот сделаем. Пушка. А у нас две пушки, ребята. У нас как раз тут мортиру прикрывает две пушки. 10 минут. Ну, я думаю, потерплю 10 минут. Так, сколько у меня? У меня что-то дофига тут армии. Так, пойдем-ка сходим на вылазку. Я вижу здесь пушка. Две пушки, ребята. Да что опять один великан-то всего, блин, ну. Блин, тут еще и мортира, друзья. Блин. Опять обделался. Ну, твою налево, ну. Опять обделался, а. Такой радостный, две пушки, а мортиру не увидел, блин. Сейчас мортира подключится, ребят. Один выстрел, один труп. Много трупов. Пух. Ну, они стали поживучие, ребята. Да. Всех лучниц перестрелял, а. Ну что, сдаемся. Так, новое достижение. Чудно и чисто. Удалить. А, подожди, что у нас? А, я же поставил, блин. Так, у нас здесь, ребят, достижение. Заберем. Уберите 50 препятствий. Ну, я убрал. Так, раз, два, три, четыре. Четыре великана. Четыре, и еще четыре. Слушай, ну 8 великанов, если пойдет. Я думаю, друзья, там. Хотя, что они сделают? Нет, ну мы сможем пройти с тобой уровень с гоблинами. Это факт. Мне бы стенобойщика бы получить, чтобы стены ломать. Вот это было бы круто.
Мы бы с тобой стену проломали бы и просто напрямки бы уже бежали, да и все. Как вариант. Как вариант, друзья мои. Ладно, ждем великанов. И пойдем уже в атаку. Так, еще один великан готов. Созрел, так скажем, мужичонка. Я жду, жду, друзья мои. Раз, два, три. Так, сколько у меня тут? Четыре? Четыре великана пока? А, пять. Пять великанов. Пять великанов. Тут варвары. И последний великан. Я на запас, ребята, сделаю армию. Ой, не то. Вот так вот. Видишь, тут еще будут потом заклинания доступны. Я уж не знаю, зачем там заклинания будут доступны. Блин, а эта пушка, ребята, не прикрывает мортиру. Это да, это прикрывает. А вот это нет. Если, конечно, ее не прокачать и не увеличить радиус, тогда возможно, да. Ну что там, фул? Нет, друзья мои, еще не фул. Еще 20 юнитов будет. Но мне кажется, что можно на гоблинов отправиться вот такой армией, ребят. Вполне, да? Погнали. Сейчас посмотрим. Слушай, ну варвары стали намного сильнее, ребят, бомбить. Главное, пушку уничтожьте. Блин, я боюсь, не успеют. Еще, а, ну два великана еще, в принципе, должны. Да, мы здесь выиграем, друзья. Мы тут выиграем. Мы прошли этот этап с вами. Дело за малым, разнести эти домики. Но варвары уже заметно, ребята, по атаке стали намного сильнее. Ох, нифига, тут мегапека стоит, статуя мегапеки. Ну что, сокровищницу уничтожаем. И, конечно же, домик останется. И на фулку. Наконец-то мы прошли этот этап. Нормально, ребят. Так и надо. А что, армия больше не делается? Нет, делается. Варвар, давай тогда еще настругаем. Вот так вот. Ну, отрядом из одних варваров, мне кажется, нет смысла идти, друзья. Из одних варваров. Великаны в любом случае нужны. Так, сейчас у нас скоро это достроится, пушка. Улучшится. А мортиры? Мортиры тоже можно улучшить. Но 25 тысяч монет надо. Ты видел, я 6 великанов, ребята, отправил. По-моему, 3 из них забомбили. Ну, один еще вычеркиваем за счет того, что он шел по минному полю, грубо говоря.
Как бы он быстро там расчехлился. Я единственное думаю, что если мы сейчас пойдем, например, на гоблинов с тобой еще, там же будет еще, как бы, ну, усложненный этап, так скажем. Там же на усложнение идет, не на облегчение. 25 тысяч монет. Будем, наверное, ратушу, ребята, до 4 уровня прокачивать, скорее всего. Да, я понимаю, что это по времени очень много, но без ратуши мы не получим новых юнитов. По-моему, мы отправляем только с одного костра, да? Ну-ка, давай проверим. В бой. Подбор. Опять долбаная мортира, а? Опять долбаная мортира. А, еще и лучница у него здесь. Сейчас мортира подключится. Вон она уже бомбит, ребят. Великаны, ну господи, ну что вы делаете? Ну зачем вы разделили силы? Вот это большой недостаток варваров, что они идут, во-первых, толпой. Да ладно, неужели? Тогда фул. Фул зачистка, ребята, будет у нас. И золотишко с тобой немножечко притырим. Нам главное во время еще уложиться. Так, они пошли костер бомбить. И гильдию. А, не надо гильдию уничтожить. А, она уничтожена уже была. Все, ребят. Слушай, 2600 эликсира. А мне все равно не хватает, да? 25 тысяч нужно. Что у нас там делается? Лучницы. А, ну 130-130, что я делаю-то? 4 великана. Идти на гоблинов, не идти? Или лучше, наверное, на гоблинов все-таки я схожу, ребят. Наверное, все-таки я хотя бы глянем, друзья, что у нас. Такс. Ё-моёшечки. А как великаны будут идти, если тут замуровано все? Ну-ка, на пробу. Ядрит тебе на корень. Оу! Офигенно. Гоблинград. А тут никак, ребята, мне не сделать. Да, надо было больше великан. Ох. Так, а сколько тут надо будет великанов-то брать? Ё-моё. Эти, как всегда, пошли. Ладно, 20 тысяч. Не успею, ребят, набрать 25 тысяч золота здесь. К сожалению. День рождения только раз в году. Ну, ты сам видел. Всех разбомбили. 25 тысяч.
Тренировать войска. А у меня здесь одни викинги, варвары будут. Ну и что это получится? Давай на подборе посмотрим, ребят, что это получится. Две пушки я вижу, две, ребят. Какая же это большая боль, ребят, когда вот так вот. Да куда, ну куда вы пошли, ну кого вы, ну что вы бомбите-то? Ай. А, тут еще и башня лучниц. Ну, ты понял, короче, тут эффект. Ни золото не поимели, ничего не поимели вообще. Надо улучшать великанов, получается. Так их, чтобы улучшить, нам нужно это. Блин, наклепал 46. Нафиг я так сделал, а? Я могу отменить очередь постройки? Могу. Этих. Вот так, наверное, надо заказывать, ребят. Чтобы был как бы баланс такой. Так, один великан и варвары. А, подожди, а у меня хоть хватит? Мне 25 тысяч-то, мне нужно, блин, мне нужно ратушу, ой, эту сокровищницу, ребята, улучшать, чтобы 25 тысяч, поэтому смысл-то сейчас? Смысла сейчас вообще-то, получается, нету. Хорошо, хотя бы здесь не надо, да, работягу? Ну, на Гоблинград я не пойду, ребят. Я 100% там не выиграю. Нужно будет улучшать костер, наверное, чтобы у нас была армия побольше. Брать побольше, естественно, великанов. И после этого идти на них в... Сколько? 8 часов будет улучшаться казарма, блин. 8 часов, да вы совсем, что ли, брякнулись? А Гоблинград с его пушками, с его этой, не получится, ребят, взять мне. Это нужно, наверное, где-то великанов 10. И фиговую тучу варваров. И чтобы лимит армии был, блин, за 200. Тогда да, тогда был бы у нас в этом какой-то профит. А сейчас не вижу смысла. Сейчас я могу напасть на обычного бойца, который рандомно мне найдется. Ну и попробовать его накумарить. Опять же, главное, чтобы там не было мортиры. Мортира все портит, ребят. Массовые атаки у нее, блин, и она... Естественно, варваров, ой, великанов отправляешь первыми, чтобы мортира отвлекалась. Но варвары, понимаешь, если ты даже сзади их будешь стоять, они все равно будут бомбить все, что им попадется на глаза. Вот он будет идти там, чем больше построек до пушки любой, тем хуже для нас. Кстати, это надо учесть, ребят. Если мы будем дальше играть, нам надо будет развивать здание по периферии. Вот пушка и здание здесь, чтобы они пока до нее добрались, пушка успевала расстреливать вражин. Вот так вот. Ну, 8 часов делать с казармы, это, конечно... Это, конечно, дофигища. Ну, придется мне, ребята, еще за кадром периодически заходить в игру.
завершать постройки, делать новые, потому что так мы с тобой запаримся здесь сидеть на постой. Ну сколько там еще ждать там нам? Так, это еще только один готов. Я, наверное, великанов доделаю и пойдем. Самоцветы я тратить не буду. Хотел бы я посмотреть на еще вот новых юнитов там. На драконов, например, там еще на кого-нибудь. А рудокоп, насколько я могу понимать, ребята, он сразу двигается к определенной цели, да? Ему не надо пробивать ворота. Он, скорее всего, под землей и вылазит и начинает бомбить. Так должно быть, по идее. Как и в Clash Royale. Если бы здесь была бы суть, ребята, ты уничтожаешь главную вот эту ратушу, и все автоматически уничтожается. Нет, тут надо все здания по очереди бомбить. Так, ну что там еще осталось? Один великан, три лучницы, 8 варваров. Я этого великана доделаю и пойдем. Да, наверное, сейчас пойдем, ребята. 6 великанов. Куда? Куда больше-то? Твою налево, вот это дали городок. Так. Ого. Нам надо начинать отсюда, друзья. Видишь, куда они бегут? Так, у него больше пушек нету, что ли? А, у него две башни с лучницами. Слушай, ну у него две башни с лучницами, я не знаю, ребят. Варвары, как быстрая уничтожительная сила, да, топ. А, тут еще пушка одна. Ну, сейчас и башню лучниц завалят. Ну и, в принципе, все, ребята. По оборонке у него больше ничего нету. Так, фул золота у нас. Ну, эликсиром мы здесь не разживемся. Время 1,5 минутки. Успеем ли мы? Ратушу надо бомбануть. Это здание и эликсирку. Ну, накопитель эликсира. По-моему, и все, да? А куда они пошли? А-а-а! Давай, последнюю, ребята. Вот, последняя. Успейте, успейте, пожалуйста. Да, крафт 8873. Есть. В пух и прах разнесли. Вопрос, а зачем я это делал? Что мне это дало? Ровным счетом ничего, да? Так, ну что, друзья мои, тогда я, наверное, закругляюсь, потому что через час 16, но я уже за кадром, ребят, зайду, посмотрю здесь. Дальше что-нибудь поставлю на улучшение. Нужно вот золото нам улучшить, чтобы ратуша, ну, сокровищница пополнялась, 25 тысяч. И уже после этого улучшать ратушу. Вот так вот. А на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.